такая у нас сегодня тусовка. Отрегулировали рули, затянули, готовы к выезду. Сейчас у меня 320 литров банок, небольшой банок. Учимся ездить стоя. Это я тебя снимаю. Очень хорошо. Чувствуешь задний тормоз, что ты тормозишь, когда на него нажимаешь? Учись им управлять. Внизу на ровном месте, как вот Боря. Стоя, в стойке, не садясь и регулируя ход задним тормозом. Чтобы ты чувствовал, как ты стоишь. Меньше опирайся на руль. Меньше опирайся на руль. Свободнее его держи. На первой скорости спокойно, меньше опираться на руль. А ты думал? Это тебе не а это. Там вот это вообще пить. А что там наверху? Коля заглох? Я заглох. Ты заглох? Я заглох, потому что испугался спуска. У меня это не а испугался спуска ты, потому что ты сидел? Нет, я стоял в тот момент, когда я испугался, я присел, когда, чтобы поймать мотоцикл. Но, потому что испугался, потому что я, во-первых, сошел. Без газа на первой. Старайся плавно по радиус уменьшать, Кирилл. Ты разворачиваешься, а не плавно по дуге едешь. Осторожно, не падай на это, на сидушку. Очень хорошо. Классно. О, о, чудно. Ага. Взглядом не смотри туда, куда ты едешь прямо, взгляд туда, куда ты хочешь ехать. Тебя взгляд обманывает, и в результате едешь туда, куда ты смотришь. Смотри левее, куда ты хочешь повернуть. О, классно, стоишь уже нормально, дыши, не забывай дышать, расслабленно, в тот момент, когда ты не напрягаешься, уже легче. То получается вначале ты плавно, а в конце ты намного сильнее делаешь. Равномерно. С самого начала просто резче поворачивай, не бойся. Вот так, да. Нормально? Супер.